Вот вечер. Я наконец выбрался из своей берлоги. И снова душно. И вот эти вот провода повсюду. Мне объяснили, что вот эти вот связки проводов повсюду. Посмотрите, на домах, вон там везде. Короче, это связано с тем, что у каждого тайца свой собственный провод. Здесь нет централизованной электропроводки. Вон здесь какое-то добро. Это потом с этим добром разберемся. Вот, поэтому у них вот так вот все в куче, как они находят свой, если надо отремонтировать, я просто себе не представляю. Ну, ночью эти провода не так бросаются в глаза, а днем, конечно, пипец, это жесть какая-то. Вот, тук-туки гоняют, пикапы, где людей перевозят, в этом нет никого, бедолага. Так, идешь-идешь по улице, и раз, натыкаешься вот на это, Central Festival. Это, короче, огромный супермаркет, куда всех всегда приглашают. Говорят, что здесь есть все и очень удобное место, но сегодня я сюда заходить не буду, попозже. Хочу просто погулять. Ну вот он, Central Festival, запомните. Как выглядит издалека этот Central Festival. Зайду, попозже посмотрим, что там. Ну, KFC-шки, потолок, модель. Вот это вот всякое надобье. Смотрите, какая красивая картина. Очень красивая. Сейчас я попробую перейти через эту бешеную дорогу и покажу вам настоящую красотень. Вон она. Ох ты, ё! Морской закат. Посмотрите просто на это. Это фантастика. Вот она, как это все выглядит. Ну, ребят, ну что, я в восторге. Не знаю, как вы. Но это всегда впечатляет. Множество кораблей. Вода теплая. Просто молоко. Волны. Молоко. Короче, я пошел купаться. Наконец я искупался в этом заливе. Вода просто теплейшая. Просто теплейшая. Я просто в полном восторге. Еще такой закат. Вот, смотрите, за моей спиной. Очень круто. Ну вот, можно гулять, гулять, гулять по пляжу. Там отели всякие. И люди отдыхают. Кстати, немного. Просто немножко интершума. Смотрите, какой это кайф. Ну, собственно, вот продают что-то нам. Хилтон. На Хилтон мы пока не заработали. Ну все, собственно, вечереет.